Всем привет! Я тут ненадолго отвлекся на войну викингов, но, собственно, как ненадолго, недели на три. Поэтому ваши любимые рубрики «Лучшие камни недели» давно не было. Ну вот, собственно, поэтому данный выпуск будет у нас сегодня длиннее, чем обычно. Я подобрал камни и просто интересные, и интересные подешевле, более доступные, чем обычно. Поэтому смотрите внимательно. Часть из них уже упродана, но мы можем найти... Возможно, большая часть из них продана, да, но мы можем найти что-то подобное под заказ. Собственно, здесь просто примеры в основном. Номер один. То самое месторождение, где масаи стамесками лупили, зубилами, вернее, лупили прямо в жилу, дает камни все более и более интересных цветов и очень хорошего качества. Там все еще много включений, но цвета просто поражают воображение и, собственно, включение... В данном случае камень никак не портит. Вот, собственно, гранат из Танзании, такого очень необычного цвета. Я затрудняюсь его определить на глаз и даже не знаю, что там напишет, какой цвет будет написан в сертификате. 19 карат он весит. Относительно крупный камень очень хорошо подойдет для мужского перстня. Особенно, мне кажется, если с чернением моим любимым сделать, будет прям супер. У моего огранщика, который снимает видео, очень тонкие пальцы, поэтому на самом деле для пальцев среднего размера, мужских, этот камень вполне подходящий. Очень интересный сапфир, очень необычной расцветки. Я вот обожаю такие камни. Видите, зоны роста, они создали в этом камне такой потрясающий рисунок. Он в полосочку, более темную, более светлую. Редко встречается, чтобы эта полосочка была красивой. Да, вот в данном случае очень красиво получилось. Посередине, посмотрите, слева есть небольшой скольчик. Его мы, естественно, уже полирнули после съемки. Но, собственно, такое бывает. Это совершенно обычное дело. То есть при огранке камни могут откалываться, да, частички. И это все полируется элементарно, без проблем. 8 карат весит камень, он не гретый, поэтому, собственно, полосочки сохранились. Если его нагреть, возможно, цвет станет лучше, то есть он станет более ярко-синим, но полосочки могут исчезнуть. Поэтому мы решили цвет не трогать. Хорошая серая или стальная, или сумеречная моя любимая шпинель. Данный камень из Бирмы. Бирма, по сути, это бренд среди рубинов, шпинелей и многих других камней. 5 карат весит камень. Вообще, этот камень дорого стоит. Дорого и очень дорого, да, он должен стоить. Но владельцу нужны деньги, поэтому у нас спеццена. Обратите внимание, посмотрите в комментариях по номерам. Там есть описание камня, вес и стоимость. Возможно, он продан, но под заказ что-то подобное не спеша можем еще найти. Приятного цвета шпинель, 4,7 карат, то есть почти 5 карат. Хорошая огранка, хороший цвет, чистота. В принципе, вот он, этот камень подходит и для мужского изделия, и для женского, унисекс. И цена очень привлекательная. Тоже обратите внимание, человеку из-за пандемии срочно нужны деньги, владельцу добычи. Поэтому некоторые камни у нас идут по спеццене. Вот такого цвета шпинель, в принципе, как и большая часть камней мировых, да, в зависимости от освещения может темнеть или быть светлее. Не забывайте об этом, обратите внимание. Номер 5. Опять привет от масаев из Танзании. И это у нас снова гранат. Он великолепного цвета. Опять я не берусь описать этот цвет. Что-то среднее между ярко-ярко-оранжево-апельсиновым и алым-красным. Да? Тоже в данном случае мне интересно, что у нас, какой цвет покажет сертификат. Но они... могут написать что-нибудь типа оранжево-красный, и все. Какого-то специального названия для этого великолепного цвета пока нету. 17 карат весит камень. Для мужского перстня очень хорошо. Для женского, если пальцы не очень тонкие, кольца тоже хорошо. Для подвески просто отлично будет. Просто хорошая серо-голубая или голубая с серым шпинель. Или серая с голубой с остальным, да, можно еще сказать. 4,5 карата, очень хороший камень, чистый, великолепная огранка, хороший цвет, для женского украшения отлично подойдет. И у меня есть интересный дизайн для мужского перстня
с камнем в форме сердечка. Если кто-то смелый, пишите, сделаем, посмотрим, будет интересно. Себе уже делаю сейчас такой перстень. Это у нас большой, яркий и очень чистый камень, который незаслуженно обошли вниманием ювелиры в большинстве стран. Называется циркон. Циркон. Вот, это натуральный камень. Я знаю, что в России в магазине на диване по видео, по телевизору, да, можно увидеть некие цирконы. Вот, это разные штуки совсем. Цирконы, они синтетические, то есть это по сути не камень, он ничего не стоит. Это натуральный камень. Циркон для мужского перстня, если пальцы большого размера, подходит. Для женщин, наверное, нет. 25 карат он весит. Я думаю, что подвеску с ним можно очень хорошую сделать, замечательную. Цвет, сами видите, да, очень веселый, приятный, особенно для страны, где погода часто пасмурная, подойдет, мне кажется, очень хорошо. А тут редкий камень. Я имею в виду, что это шпинель. Вообще шпинель – это камень не редкий, но вот по размеру, по чистоте, по цвету редкий камень, 18 карат. Мой любимый цвет – синий с уходом в черное. То есть он при пасмурной погоде будет становиться совсем черным, при яркой солнечной будет играть ярким синим. И, в принципе, это тоже дает камень такой характер. А по сути, этот камень, он инвестиционный и коллекционный, потому что вот в таком цвете, чистоте и размере встречается шпинель крайне-крайне редко. Поэтому обратите внимание, если вы гурман или вы хотите вложить выгодные деньги. В цене синяя шпинель растет очень быстро. А в прошлом году признан одним из лучших для инвестиций драгоценных камней в мире вообще. А тут специально по вашей просьбе выкладывать камни попроще и почаще, да, почаще и попроще. Лавандовый шпинель, 3 карата, вы очень любите этот камень, и мужчины, и женщины делают себе перстни, и смотрится это очень хорошо и в золоте, и в белом золоте, и в серебре с чернением. То есть такой камень унисекс, уникальный, он в любом дизайне выглядит отлично. Поэтому обратите внимание, цена очень привлекательная на него. Африканский изумруд, он же зеленый гранат, он же цаварит. 10 карат вес этого камня, то есть это очень крупный камень. Напоминаю, что их не добывают. Ну, в смысле, разработка идет, но не могут ничего найти уже больше года. Есть видео, как я ездил на добычу именно зеленых гранатов, цаваритов. Очень привлекательны эти камни для инвестиций, потому что цены растут с огромной скоростью. Сейчас у нас еще будут тут дальше цавариты. 2 карата цаварит весом в 2 карата, да, считается уже крупным. Вот, поэтому у нас здесь просто гигант получается. Обратите внимание, форма очень интересна для подвески или для женского кольца. Для мужского не годится, конечно, но для женщин прям хорошая вещь. Такой формы встречаются цавариты очень редко. Номер 11. Та самая шпинель Махенге, 5 с лишним карат, почти 6. Вот это тот самый легендарный цвет, который называется джеди или джедай, который пришел, перекочевал в ювелирный бизнес из «Звездных войнов». Напоминаю, что большая часть мировых лабораторий такой цвет у себя в шкале не имеет вообще. То есть они напишут что-нибудь розово-красный, красно-розовый, пурпурный. Потому что такого цвета, как Махенге, или такого цвета, как джедай, у них в шкале цветовой просто нету. У меня иногда спрашивают, почему вы сказали, что цвет джедая, а нам написали просто красный. Вот такая ситуация. То есть в каждой лаборатории совершенно своя шкала и градация цветов. Тут у нас супер-мега-уникальный по яркости насыщенности цаварит, он же зеленый гранат, да. Опять же, у нас в Танзании 7 карат, то есть камень очень крупный, очень яркий, содержит много включений. И вот в данном случае, как и в Параибе, именно включения дают ему такой бонус к яркости и то, что я называю блескучесть. Вот такие яркие встречаются, ну, где-то 2-3 в год. Причем это из старых запасов люди распродают, потому что добыча, я уже говорил, в данный момент не ведется. И будет вестись или нет, пока непонятно. Номер 13. Снова Махенги, 4 карата. Очень-очень крутой цвет, очень насыщенный.
чистый практически камень. Для Махенги это большая редкость. Обычно там туманности всякие, трещинки, пузырики. Здесь мало, мало включений, почти нету. Это, конечно, инвестиции, это увлекательный камень, их очень мало добывают. Я был на добыче, снимал, посмотрите, да, видеоматериал. И, собственно, такого цвета шпинель добывают только в одной точке в мире. Собственно, именно этот момент делает камень уникальным, дорогим и привлекательным для инвестиций. Номер 14. Великолепная, крупная, яркая, синяя, чистая шпинель. Ну, собственно, 13 карат. Камень довольно крупный, тут даже особенно и говорить нечего. И так все видно, что камень очень хороший. К сожалению, не помним, продан у нас или нет. Напишите в WhatsApp, спросите. Если не продан, можно его приобрести. Это, опять же, как и Махенги, очень верные инвестиции. Именно вот синяя, яркая, хорошая шпинель очень быстро идет в цене. А по поводу кобальта, тоже у нас есть отдельное видео об этом. В ней может содержаться кобальт в больших количествах, и он может давать свет, а может и не содержаться. В сертификате могут поставить кобальт, а могут не поставить. То есть цвет совершенно от этого не зависит, как выяснилось. Номер 15. Маленькая, но очень яркая шпинель. Я сначала думал, что это гранат, когда увидел. Нет, это шпинель из Танзании. Цвет, в принципе, такой горячий розовый или какой-то розово-фиолетовый. Всего 2 каратика камешек. Стоит совсем недорого, забирайте. Там, посмотрите, на площадке есть тоже небольшой скольчик. Естественно, мы уже полирнули, и к вам камень придет в кольце или без кольца, неважно. Это как вы захотите. Уже, естественно, без этого скольчика. Номер 16. Шпинель синяя с остальным отливом или стальная с синеватым отливом. 7 карат. Опять же, унисекс – идеальный вариант для любого украшения, для мужчины, для женщины. И камень будет в погоду довольно сильно менять цвет, то есть от темно-серого до ярко-синего, голубого. Для меня, например, это плюс, это интересно. Когда камень всегда одного цвета, такое очень-очень редко бывает, в основном синтетика одного цвета обычно. Так вот, если вдруг камень одного цвета, это немного скучновато. Номер 17. Гранат. Один из моих любимых вариантов. Такой он красный, с оттенками небольшой розовинки, но все уходит в черный цвет. Вот я очень люблю этот эффект. Он бывает не у всех камней. Гранат, он встречается довольно часто. Поэтому обратите внимание, 7 карат. Опять же, у него немножко, это не мы гранили, это нам принесли рукожопые огранщики со Шри-Ланки, чтобы мы перегранили. Вот, камень уже перегранен, он потерял там около 10-й доли карата, но он уже стал симметричным. Поэтому пишите, кому интересно и нравится, пишите в WhatsApp. 18, снова гранат, 8 карат, здесь потрясающий такой горячий розовый, да, или пурпурный, розово-фиолетовый. Вот я в оттенках розового и фиолетового плохо разбираюсь, особенно если они смешаны. Ну вот что-то такое. Очень хороший камень, естественно, больше он женский по цвету, чем мужской, хотя и мужской перстень брутальный с таким камнем будет тоже смотреться довольно интересно и контрастно. 8 карат, негретый, без химии стекла, все натурально, 100%. Сертификат прилагаем, доставка, стоимость входит. Стоимость под в описании этого видео, посмотрите, да, там все есть. Номер 19. Это для любителей всего маленького и милого. 2 карата, сапфир, негретый, полихромный, там куча всяких оттеночков разных, да, в основном там зеленый в разных вариантах и немножко желтоватого присутствует. Камень из Мадагаскара, такого цвета сапфира не добывают давно, поэтому это большая редкость. Ну вот, собственно, форма огранки с сердечком тоже для сапфира такая, она не очень часто встречается. Для женского кольца, я считаю, очень хороший вариант, поэтому посмотрите в описании. Мне кажется, что этот камень еще не продан, но это не точно. Пишите мне в WhatsApp лучше, я сверю по базе. Номер 20. Очень приятный цаварит. 3 с лишним карата. У него есть такая небольшая полихромность с уходом в желтое. Это редкость. И плюс он прям такой совсем яркий и очень хорошо играет. Да?
Вот. Причем, в отличие от изумруда, цвориты, они при пасмурной погоде, при маленьком количестве ультрафиолета и вообще солнца, они, как правило, остаются относительно яркими. Не такими же, как на солнце, но относительно яркими. Номер 21. Интересный сапфир. То есть я сначала думал, что это шпинель. Это сапфир, он полихромный. Видите, там есть разные оттеночки, всяких оттеночков. И фиолетовый, и розоватый. 4 карата он весит, камень негретый. Цвет такой редкий довольно. Если вам интересно, пишите. Я думаю, что этот камень у нас не продан, потому что он только к нам пришел. Его только добыли вот недавно совсем. И цвет этот редкий, под заказ я найти быстро не смогу, но минимум полгода надо будет ждать, это минимум, а возможно и больше. Номер 22, снова сапфир, у него, видите, такая матовые такие исключения, они придают ему неоновость, то есть он прям хорошо горит, светится, и он не настолько чистый и яркий, как бывают вот другие желтые сапфиры. 7 карат весит камень. Вот мне такие матовые больше нравятся, чем какие-то яркие, прям блескучие. Он как-то он такой более загадочный, на мой взгляд. Этот сапфир негретый. Негретые желтые сапфиры у нас очень часто заказывают, покупают люди, которые занимаются эзотерикой, потому что именно негретые желтые сапфиры приносят в жизнь человека какие-то определенные нужные ему энергии. Вот, собственно, для вас эзотерики камень. Пишите в WhatsApp. У меня таких еще есть 2. Ну, так. Чуть-чуть похожие они. Конечно, немножко по оттенку отличаются, но примерно такие. Номер 23. Снова просто обычная яркая хорошая шпинель, хорошего качества, без каких-то трещин, крупных пузырей и всего такого. 4 карата она весит. Камень не прям что предки, но очень привлекательный, потому что, во-первых, он быстро растет в цене, во-вторых, он унисекс, то есть с ним можно сделать украшение и для мужчины, и для женщины. Опять же, размер 4 карата, да, он подходит, в принципе, для всего вообще. Повседневное кольцо и какое-нибудь коктейльное вечернее, если много обсыпочки вокруг. Номер 24. Цворит прям топового качества. Вот этот цвет, он прям лучший из лучшего. Очень яркий, чистый. Пятикаратник, то есть это прям для цворита огромный камень, и еще с уходом в черный цвет, то есть он такой прям, но опять же, это по моему вкусу, да, вот уход в черный придает ему благородности, многим это не нравится, и это нормально совершенно, многие говорят, мне, пожалуйста, без ухода в черный, кто-то говорит, нужно, чтобы черный был, вот дело вкуса, камень очень крутой, инвестиционный, несомненно, цвориты с огромной скоростью даже не идут, а прям бегут вверх по цене. Номер 25. Продолжаю удивляться разнообразию цветовой гаммы сапфиров. Это тоже сапфиры, они полихромные, но видите, у нас часто бывают сине-зеленые, а тут совсем другая гамма, очень интересный цвет, плюс мы смогли вот такой набор уникальный собрать. В чем уникальность? Вот такого набора я не собирал за там, больше чем 10 лет ни разу, вообще ни одного раза. Мы не собирали такой по гамме набор. Поэтому все, кто любит что-то необычное, обратите внимание, пишите в WhatsApp. Честно, не помню, опять же, продан у нас этот набор или нет. Номер 26. Очень интересная пара турмалинов. В чем ее интересность? Здесь камни практически идентичны по цвету и оттенку. Они оба полихромные. Это большая редкость. И у них довольно интересный, приятный цвет, такой благородный. Можно их под гранит сделать серьги, а можно их купить, например, сделать парное мужской перстень и женское кольцо, и вместе вдвоем носить. Очень романтичненько, мне кажется, и, собственно, мило, да, такие парные украшения с одинаковыми камнями. Рекомендую. Номер 27. Турмалин. 5 карат он весит. Посмотрите, благодаря огранке. Ну и, собственно, он и был красивый, но мой огранчик постарался. Он у меня маньяк, я уже говорил об этом. И камень прям супер так хорошо играет, да. Можно залипать часами, мне кажется, рассматривать, покручивать его по часовой стрелке и против часовой. И сидеть, рассматривать. Больше, собственно, ничего не нужно. Кстати, вычитал в одной книжке новой по антропологии, почему нам так нравится смотреть на камни драгоценные. Потому что яркие цвета наш мозг ассоциирует со спелыми фруктами. А фрукты – это вкусно, это еда.
Вот, нужно смотреть, потом нужно срочно кушать. Поэтому нам это одна из версий или одна из причин, почему, собственно, нам эти совершенно ненужные в хозяйстве вещи так нравятся. Номер 28. Турмалин 7 карат. Его нельзя назвать под параджи, потому что здесь отсутствует сочетание розового и оранжевого. Но цвет очень приятный, персиковый, прям такой глубокий, хороший, насыщенный. Плюс, опять же, мой огранчик молодец. Уже получил премию. Мне кажется, что этот персик у нас не продан пока, поэтому пишите, пожалуйста, в WhatsApp. Номер WhatsApp под, в описании под видео. Номер 29. 16 карат. Просто обалденный турмалин. Я вот такой вижу впервые вообще. То есть это что у нас? Наверное, горячий розовый с полихромными какими-то нотками. То есть там есть оттенки и проблески желто-оранжевого. Камень уникальный. Я уверен, что и в мужском кольце, особенно с чернением, конечно же, с моим любимым, и в женском кольце он будет смотреться очень круто. Вот, камень такой в наличии у нас один. И под заказ вот быстро найти такой я не смогу. А может быть и не быстро не смогу. Номер 30. И снова у нас оранжевые гранаты от Масаев. Это у нас уже третий лот, да, получается, в этом видео от тех самых Масаев. Парные гранатики хорошего цвета, хорошей частоты. Опять же, можно подгранить их под серьги. А можно сделать набор мужской персень и женское кольцо. И носить, радоваться, что у вас одинаковые камни, а кольца разные. Вот, это романтично, я уже говорил об этом. То же самое, пара редко очень складывается. У нас вот за, я там был, получается, в феврале, мы собрали за все это время всего 3 пары. Поэтому обратите внимание, вот по цвету так они совпадают крайне редко. 31. Очень редкая штука. Красная шпинель с уходом в черное. Всего 2,7 карата. Там, я смотрю, ворсинка прилипла, когда огранчик снимал, ее, естественно, не заметил. То есть это не включение и не скол. Пишите. В принципе, то же самое. Камень унисекс. Он дороже, чем гранат, но в разы дешевле, чем рубин. Но, опять же, в то же время он часто красивее, чем рубин. Да? Поэтому, если вы любители рубинов, но не можете себе их позволить, вот шпинель – это вполне себе такая хорошая замена. Номер 32. Этот камень, он мало известен на российском рынке, хотя я смотрю, что топовые бренды ювелирные уже делают с ним очень дорогие украшения. Он довольно быстро выходит на рынок. Это титанит, он же сфен. Ну, естественно, в нем содержится титан. Вот в данном случае посмотрите, насколько много у него там разных оттенков. Сфен редко бывает полихромным. И еще реже он бывает, вот он бывает, допустим, несколько оттенков зелененького, чуть желтенького. А здесь, я смотрю, присутствует какой-то персиковый или немножко розоватого. Я знаю, что вот этот розоватый такой оттеночек, тон, да, дает хром. То есть вот здесь получается и титан, и хром есть. Номер 33. Очень приятный и веселый сафир. Этот цвет, скорее всего, в лаборатории назовут васильковым. Я так думаю. И посмотрите, там тоже ярко выражены, очень хорошо видны зоны роста. Обожаю такие камни. Очень мне нравится, когда вот там структура кристалла видна. Да? В черных звездочных сафирах тоже видно что-то подобное, но там еще четче и лучше это видно. Да? Но вот, собственно, тут эти включения, они или зоны роста, да, получается, что они камень делают более интересным, узнаваемым. У него совершенно свой характер, его невозможно потом спутать с каким-нибудь другим синим камнем. Номер 34. Я когда увидел этот камень, я не мог понять, что это. Сначала я подумал, что это наш танзанийский гранат, да, от Масаев. Мне сказали нет. Потом я подумал, что может быть это сфен или титанит, он же самый. Оказалось, это такой уникальный, очень интересный полихромный сафир. Вот он прям, видите, какой-то, опять же, неописуемый там по количеству разных оттенков. Желтого, оранжевого, бурого. Я такой вижу впервые. И, возможно, больше таких не будет. 6,7 карат камень весит. Очень крутой цвет.
уникальный он по свойствам, поэтому пишите в WhatsApp. Мне кажется, что камень такой, ну, он прям неповторимый с характером своим. Номер 35. Снова у нас сафир. Много сегодня сафиров. Наверное, у нас выпуск, где больше всего сафиров вообще за всю историю этих выпусков, таких видосов. Он у нас синий-фиолетовый. Оба цвета очень хорошо читаются. То есть он такой полихромный, 8 карат. Хорошего цвета, хорошего качества, чистоты. В принципе, камень прям такой топовый, по моей оценке. И вот цветовая гамма в нем, ну, не прям неповторимая, но примерно раз в полгода вот такое сочетание синего и фиолетового встречается. Номер 36. Очень приятный у нас камень, шпинель Махенге. Там есть включения, которые его делают уникальным, неповторимым. Там прям все очень красиво и ярко. Такая небольшая вселенная внутри. И сам по себе цвет камня, посмотрите, я опять же не знаю, как его назвать. То есть это месторождение Махенге, но цвет это вот не то, что мы называем обычно цветом Махенге. Какой-то молочно-розовый или пастельно-розовый цвет нижнего белья, опять же, да, цвет очень приятный. Для женщины, мне кажется, подарок будет просто неповторимый и идеальный. Номер 37. Турмалин 12,7 карат. Нереально крутая расцветка. Не знаю, как ее назвать. Тут даже не перечислить все вот эти оттенки полностью. Крутой камешек, интересный. Я думаю, что и для подвески, и для женского кольца какого-то вечернего, да, подойдет очень хорошо. Под заказ мы такой найти не сможем. Поэтому пользуйтесь тем, что есть. Вот он есть один. Забирайте один. Другого такого, к сожалению, я не найду. 38. Ну и специально я оставил напоследок последний камень у нас сегодня. Моя самая любимая грозовая, сумеречная или темно-серая, да, шпинель. Просто неповторимый камень. 9,7 карат, почти 10. Это крупный размер для такого цвета чистоты. Камень, конечно, несомненно, высочайшего уровня. Он инвестиционный, коллекционный, как хотите его называйте. То есть такие вот красивые, чистые и вот такого цвета и оттенка встречаются редко, и они всегда, конечно же, ценятся. У нас на них стоит очередь. Я думаю, что, наверное, к моменту выхода он у нас уже продан. Просто хвастаюсь, показываю, что такие штуки тоже бывают. Под заказ найти мы такой можем, но не спеша. Где-то полгодика примерно нужно будет такой искать. На сегодня все. Всем привет. Не болейте, берегите родных. Погода скоро наладится. Хорошего всем отдыха, кто поедет отдыхать.